Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Привет, друзья! Сегодня среда. Как всегда, по традиции, я прихожу в банкомат и снимаю деньги с карточки. Вот такая вот карта у меня есть, американская. Ее компания мне присылала совершенно бесплатно для того, чтобы я мог снять деньги. И сегодня вы увидите, как я снимаю свою недельную зарплату. 70 тысяч рублей. Ну, это чуть больше, чем 2 тысячи долларов. Вот, смотрите. Вставляем карточку. Вводим пин-код. Так как банкомат нам не дает снять больше, чем 10 тысяч рублей за раз, вот посмотрите, придется нам снимать по 10 тысяч рублей 7 раз. Так, чек печатать не будем. Выехала наша карточка. Сейчас денежки выйдут. Так, вот первые 10 тысяч рублей. Я пока сюда буду класть. Заново. Снова выбираем язык. Вводим пин-код. Снятие наличных. 10 тысяч рублей. Вот выехала наша карта. А вот наши денежки появились. Снова положили. Так, нам еще 5 раз осталось. Выбираем язык русский, пин-код. Сумма 10 тысяч рублей. Чек не печатаем. В принципе, я могу снимать деньги совершенно в любом банкомате. Давай снимем, как деньги выезжают. Да, вот так. Это у нас третья десятка. Этот банкомат близко к дому, и он выдает по 10 тысяч рублей. Некоторые банкоматы выдают по 7 тысяч рублей за раз. Выбираем язык. Так, это у нас четвертая десятка, 40 тысяч. Видите, да, карточка какая? У нас таких карт даже нет в России. Так, вот у нас уже сколько? 50, по-моему. 50, да, по-моему, тоже 50. Текущие. И последний раз, 7-й. Ну, давайте распечатаем квитанцию, чтобы посмотреть, сколько денег у нас там осталось.
карточку я убираю. Вот сними пачки. Давайте пересчитаем этот чек. Ну, отлично. Еще и осталось немножко. Давайте посчитаем. Ровно 70 тысяч рублей. Вот такие вот деньги можно зарабатывать каждую неделю в нашей компании. Все очень регулярно выплачивается, как вы видите, каждую среду, день в день. Денежки настоящие. Все.